история института берет свое начало от образованной 4 февраля 1932 года Третьей школы пограничной охраны и войск АГПУ СССР, которая в 1935 году осуществила первый выпуск подготовленных специалистов. В тяжелые годы войны училище с честью выполнило стоящие перед ним задачи. Его воспитанники героически проявили себя в борьбе с фашистскими захватчиками, участвовали в обороне Москвы. На период войны училище было эвакуировано в город Новосибирск, где сосредоточилось на формировании и подготовке диверсионно-разведывательных групп для выполнения особо важных задач в глубоком тылу противника и организации партизанской деятельности на оккупированных врагом территориях. В феврале 1945 года курсанты училища выполнили задание государственной важности по обеспечению безопасности на Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. А 24 июня вместе с фронтовиками приняли участие в Параде Победы. В послевоенные годы в учебном заведении проведены фундаментальные преобразования, связанные с реорганизацией системы охраны границы. С 1965 года училище перешло на подготовку офицеров с высшим образованием. Училище готовило офицеров не только для органов и войск КГБ СССР, но и для пограничных органов иностранных государств, таких как Монголия, Болгария, Венгрия, Куба и Лаос. В сентябре 1993 года училище преобразовано в институт. Институту есть кем гордиться. За эти годы подготовлено более 30 тысяч офицеров. Свыше 150 из них носят высокое звание генерала. 22 выпускника и сотрудника стали героями Советского Союза, а 11 – героями Российской Федерации. За особые заслуги в деле подготовки кадров в 1967 году училище награждено орденом Красного Знамени, а в 1982 году – орденом Октябрьской революции. Уникальность института заключается еще и в том, что только его курсантам оказано высокое доверие ежегодно представлять пограничные органы и органы государственной безопасности на военных парадах на Красной площади, бессменными участниками которых они являются с 1933 года. Московский пограничный институт сегодня – многопрофильная образовательная организация, в которой осуществляется подготовка кадров по федеральным государственным стандартам высшего и среднего профессионального образования – на 4 факультетах и в открытом в 2010 году филиале института. Институт является ведущей ведомственной образовательной организацией по подготовке оперативных работников для пограничных органов, а также единственным, кто реализует специализацию «Оперативно-боевая деятельность подразделений специального назначения пограничных органов». В институте сложился уникальный коллектив профессионалов с высокой научной квалификацией и большим практическим опытом. Более 60% профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания. Материальная база института постоянно совершенствуется. В последние годы построены и введены в эксплуатацию новые современные объекты инфраструктуры, такие как общежитие для курсантов на 1800 мест. Готовится к вводу в эксплуатацию современнейший учебный корпус. Начато строительство передового спортивного комплекса со стрелковым тиром и бассейнами. В институте бережно сохраняют и приумножают боевые и чекистские традиции и ритуалы. Приведение к военной присяге, посвящение в пограничники, выпуск. Эти торжества оставляют в сердце каждого присутствующего и участника высокие и трепетные чувства любви и преданности Отечеству. И каждый, кто вышел из стен института, с гордостью несет по жизни девиз: «Жизнь Отечеству, верность службе, честь никому».